Активисты движения в защиту сексуальных меньшинств сегодня пришли к Государственной Думе для того, чтобы демонстративно поцеловаться, чем показать свою приверженность собственной свободе. Бешеный принтер продолжает дичать, превращаясь из воровской госдумки в совсем уж невменяемую дурдомку. 19 декабря 2012 года активисты гей-движения пришли в Георгиевский переулок, чтобы показать свою приверженность равенству гражданских прав. Но бдительные птенцы православных чекистов во главе с врачевателем душ Дуремаром Энтео забросали их тухлыми яйцами. В итоге вместо пропаганды гомосексуализма по переулку разлился запашок лубянского креатива и лай трактирной нецензурщины. Москва не Содом! 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 Я видел! Не трогайте на раз! Вот его тоже давай, давай вот его тоже выбирай. А вот этот пидорас. Почему вы не берете высота? Нет, я как раз нет, но зато я их защищаю. Я не правы, это нет. Отродье православное. Отродье твой. Ты себя посади. Куда руки распускаешь, блядь? Пидорасня! Попробуй, крикун православный! Рот закрой, урод! Отродье! Рот закрой! Ради, блин. В аду потом пидорас... гореть будете, сволочи! Пидорасня! Бороду к тебе повыдергивать! Попробуй! Я закон соблюдаю, вот сейчас вас не буду! Слышь, ты, дергай! Пидор, блин! Тебе мало? Все, куда ты лезешь? Иди отсюда! Я тут стою и вот... Иди отсюда! Товарищ старший лейтенант, почему вы хватаете тех, на кого нападают? Я забираю всех, я вижу. Пожалуйста, тогда забирайте всех. Высокодуховная полиция вмешивалась избирательно, хватая в основном мирных представителей секс-меньшинств, в то время как нравственные агрессоры набрасывались на всех подряд, включая журналистов. Гей-активисты же, твердя мантры о любви, шли под винт с безропотной готовностью, испачканные зловонным эякулятом, исторгнутым то ли буйной фантазией скунсов-провокаторов, то ли пещерным подсознанием. Знанием кремлевского пятикантропа, вот уже 13 лет имеющего страну в самой извращенной форме. Вот, собственно, и вся любовь. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.